Тобольские автоинспекторы совместно с общественниками провели рейд безопасности во дворах. Они побеседовали с детьми, так как с наступлением лета число ДТП с их участием начинает расти. Инспекторы рассказали школьникам, где может поджидать опасность. К примеру, нельзя кататься по проезжей части на велосипедах и самокатах. По статистике, за последние 5 месяцев в Тобольске зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Травмы различной степени тяжести получили 13 детей. В порыве либо игр, либо даже каких-то конфликтов, по невнимательности, то есть по неосторожности, попадают дорожные ловушки именно во дворе своего дома, либо соседнего даже дома. Выбегают из-за припаркованного автомобиля, и как раз проезжающий автомобиль просто совершает наезд на ребенка.